Фоменко Ирина. Чем больше вас слушаю, тем больше понимаю, что каббала – это свет. Могут ли люди влиять через любовь к ближнему, находясь на определенном высоком уровне, на подсознательное восприятие чувств, на обычного человека, когда и тот сам не понимает, но может ощутить некий внутренний духовный экстаз? Очень трудно. Практически невозможно. Потому что действительно духовное состояние не зависит от желания самого человека, насколько он в состоянии приподняться над своим эгоизмом. Понимаете, очень многие люди хотят, но они не могут себя убедить в том, что хотеть – это значит хотеть подняться над собой, над своим эгоизмом. И тогда у тебя все. Они согласны на все, кроме этого.